Вот после этого тоже в ринг. Так что можно сказать, что сегодня такой своеобразный смотр Cruiserweight. Здорово в область печени два раза. Еще раз. Вот так вот. Левый сбоку, правый сбоку. Да. И посмотрите. Гомес упал, как подкошенный. Все. Это нокаут. Это нокаут, друзья, в первом же раунде. Это Дмитрий Кудряшов. Обалденная победа, друзья. Прошу всех, любите жаловать, кто не знал. И улыбки на лице, посмотри. Воин. Воин. Все было настолько грамотно, все исполнено. Воин, варяг, скиф, я даже не знаю, как. Потрясающий. Да, и как же Дима попал, как же Дима точно попал. Два таких, да, четких удара, слева, справа. И все было закончено. По звуку было слышно, что очень плотно лег кулак. Смотрите, вот сейчас показывают. Смотрите, насколько точно через руку. Правый сбоку. Гомес сильно потрясен, конечно, ну прям совсем не ожидал. И мы даже не могли понять, да, в какой форме он приехал, что он. Первая же такая атака, два удара туда в корпус, потом первая же атака в голову, и все. И все закончилось. Если сейчас вот еще раз покажет медленно, то нам будет очень приятно видеть. Четко два удара, если вы видели, в печень. Он пробил ее просто. Он просто пробил. Гомес чуть-чуть растерялся и в это мгновение. Может, поэтому чуть опустил руки. Опустил руки, да. Инстинктивно защищает. Может быть, да. Ну... Страшная сила удар, очень точно, быстро. Вот, давайте вот смотрите. А, это уже концовка. Левый сбоку и правый прямой. Видите, в разрез, прямо в разрез рук, чисто в бороду. Ну, честно сказать, Гомес стоял просто на ударной позиции, на убойной позиции для Димы. Я не понимаю, почему он здесь остался. Вот видимо, он, вот он, смотрите, вот, видите. Да, чисто... он как-то отставил очень далеко, да, левую ногу. Да, но чисто профессиональный локтевой удар. Жесткий. Завернул прям да. Корпус, локоть ставил, плечо, и это привело к нокауту жесточайшему. Ну что, мы поздравляем. Волгодон сегодня радуется. Дима вот показывает нам четко в подбородок, правой прямой. Это было здорово. По-спортивному зло, по-спортивному настроен Кудряшов. И это заявка, уважаемые господа. Это заявка на будущее, на большое будущее. 29 лет для первого тяжелого веса. Расцвет. Ну вот и вердикт официальный. Вам все слышно, все понятно, друзья.